Экстравагантный визуальный спектакль готовится представить в своих стенах Музей истории искусств в Вене. В середине октября он откроет выставку, в центре которой будут находиться два титана искусства 17 века – живописец Микеланджело Меризи да Караваджо и скульптор Джованни Лоренцо Бернини. Эти два революционных творца впервые сойдутся в одном показе. Оба художника по-новому воспринимали и передавали реализм, правдоподобность и пафос сильных эмоций. Драматические человеческие эмоции в стиле барокко. Кураторы готовятся продемонстрировать с помощью свыше 70 шедевров римской живописи и скульптуры. Это будет первая в истории крупная выставка Караваджо и Бернини в Австрии. Музей истории искусств в Вене хранит самую крупную и важную за пределами Италии коллекцию работ Караваджо и его последователей. Однако он ни разу не устраивал большой показ, демонстрирующий художника и его эпоху. Работы Джованни Лоренцо Бернини, скульптора, рожденного поколением позже, чьи произведения оказали большое влияние на австрийское искусство барокко, также редко демонстрировались в этой стране. Выставка исследует феномен раннего барокко и представляет революционное искусство, возникшее в Риме в первой половине 17 века. Караваджо и Бернини были выдающимися художниками вечного города, чьи новаторские идеи и нестандартный образ жизни неизменно вызывали сенсацию. Показ раскрывает роль Рима в художественной революции 1600-1650 годов, которая сильно повлияла на остальную часть Европы. В течение этих десятилетий город был магнитом для многочисленных талантливых художников из Флоренции, Неаполя и Ломбардии, а также из Франции, Германии, Фландрии и низких стран. Все они экспериментировали с новыми темами и композициями. Их произведения наполнены драматизмом и страстью, неожиданными и сильными эмоциями, движением и характеризуются оригинальным использованием цвета. Экспансивные жесты, выразительные черты – и действия главных героев картин раскрывают и демонстрируют сильные чувства. Художники обратились к эмоциям своей аудитории. Пять десятилетий между 1600 и 1650 годами ознаменовали рождение горячо эмоционального искусства не только в живописи и скульптуре, но также в поэзии, литературе, музыке и театре. Внезапный шок в мальчике, укушенном ящерицей, Караваджо документально подтверждает увлечение сильными страстями в этот период. Еще одна особенность эпохи раннего барокко – растущая готовность художников сотрудничать друг с другом, о чем свидетельствует рождение академии и многочисленные дружеские отношения между творцами. Мастера сотрудничали в оформлении сложных, дорогостоящих семейных часовен и больших галерей, где различные материалы блестяще дополняли друг друга, взаимно усиливая эффекты и выразительную силу. Иногда картины и скульптуры сплетаются настолько, что становится трудно их разделить. И это еще одна особенность искусства барокко. Скульптуры демонстрируют качество живописных полотен, а те, в свою очередь, создают иллюзию архитектуры и скульптуры. Сопоставляя живопись и скульптуру, кураторы Музея истории искусств надеются предложить новый взгляд на искусство, созданное в Риме в начале 17 века. За пределами Италии еще никогда не проходили выставки с таким широким выбором важных шедевров того периода. Перед посетителями развернется калейдоскоп шедевров не только Караваджо и Бернини, но и таких художников, как Артемизия Джентилески, Аннибале Караччи, Никола Пуссен, Гвидо Рени и Пьетро да Кортона, а также скульпторов, в том числе Франческо Мотти, Джулиано Финелли, Алессандро Альгарди и Франсуа Дюкенуа. Работы прибудут из ведущих мировых институтов, Рейксмузеума, Метрополитен-музея, галерея Уффици, Питерского Эрмитажа, музея Гетти, Пинакотеки Ватикана и других, а также из частных собраний. Картины Караваджо из коллекции самого музея будут дополнены такими ключевыми работами, как «Нарцисс», «Мальчик, укушенный ящерицей», будет показан знаменитый Иоанн Креститель и портрет мальтийского рыцаря Антонио Мартелли. Из произведений Бернини в Вене представят «Медузу», модель слона с обелиском, бюст кардинала Ришелье, статую святого Себастьяна и модель для скульптуры святая Тереза в экстазе.
Впервые публике будет продемонстрированы 4 маленькие бронзовые головы. Они изначально предназначались для украшения кареты скульптора и до сих пор остаются в коллекции его наследников. Среди других ярких моментов – избиение младенцев Гвидо Рени и открытая лишь в 2011 году Мария Магдалина Артемизии Джентилески, единственной женщины, которая зарекомендовала себя одним из ведущих итальянских мастеров живописи начала 17 века. Картина, находящаяся в частном собрании, также впервые будет представлена зрителям. Выставка «Караваджо и Бернини» откроется в Венском музее истории искусств 15 октября 2019 года и будет работать до 19 января 2020. Затем она переедет в Амстердамский Рейксмузеум, где ее можно будет посетить с 14 февраля по 7 июня. Попасть на показ в Венском музее можно будет только по билетам, предварительно забронировано на определенный временный промежуток. Войти на выставку вы сможете только во время, указанное на билете, но оставаться в галереях позволено сколько угодно долго.